Па-па-ра-пам. Так, и вроде бы мы в эфире. Ребят, всем привет, с вами Элиот. И у нас сегодня очередной релизный стрим на канале Gohe Media. Сегодня состоялся релиз дополнения The Following для игры Dying Light. В общем-то, зомби-апокалипсис, выживач, хардкор, безудержное веселье. Плюс добавили много чего нового в игру. Со всем этим сегодня будем разбираться, знакомиться. Ну и, конечно же, общаться с вами. Поэтому подтягиваемся на стрим, присаживаемся поудобнее. Да-да-да, привет. Так, сейчас проверю, что у нас все уже началось, что мы в эфире. Да, все вижу. Ну, тогда будем начинать. Что вам рассказать пока? Все, давайте уже пойдем в игру. Что я могу рассказать? Если честно, эту игру я на релизе ее пропустил. Вышла она в том году. Как-то вот Dying Light прошел мимо меня. О чем сейчас жалею, потому что игра мне досталась только сегодня днем. Я вот успел часа, наверное, 3-4 сегодня перед стримом в нее поиграть. Пройти к минимум пролог, потому что без пролога меня просто не пустил бы это дополнение The Following. Но сейчас, увидите, будет все равно довольно интересно. Что же нас сегодня будет ждать? Играть кампанию The Following. Вот мой персонаж. Он довольно слаб, то есть тут все равно само собой все есть элементы RPG-прокачки. Вкачайте выживаемость, ловкость, силу. Теперь еще вождение с легендой добавится. Да-да, привет всем, кто подтягивается. Вот, и мне сейчас, смотрите, я уже не пробовал еще заходить в The Following, но пробовал нажимать кнопочку «Играть». Мне пишут то, что, в общем, ты еще полный нубас, и тебе бы неплохо сначала пойти в сюжетке покачаться. Рекомендуют мне уровень выживаемости ниже 12, а у меня он всего 4. Ну, блин, будет хардкор. Хардкорный хардкор, что еще могу сказать. Так, кстати, давайте сначала параметры сразу же подкрутим, что у нас. Пока ставим одного игрока, думается, что, может быть, мы как-нибудь к концу стрима попробуем побегать с другими игроками. Начнем сначала исследовать мы компанию соло. Кто уже играл, кто проходил мейн-сюжетку, признавайтесь, и кто уже в The Following успел погонять? Ну и думается мне, поехали, уверен, что хотите продолжить? Да, да будет безумие. Так, мне опять же нужно сейчас ваше мнение, на каком уровне сложности будем играть? Можно показать как бы много всего, да, пройти по максимуму, играть на уровне сложности нормально, тогда мы сможем, ну, я буду меньше умирать банально, будет меньше хардкора, и можно будет хоть как-то играть, учитывая, что я вам уже рассказывал, уровень моего персонажа не дотягивает до этого обновления пока что. С этим мне будет играть терпимо. Либо я могу пойти играть на кошмар, тот самый новый уровень сложности, который добавили вместе с этим дополнением и в целом обновлением Enchanted Edition. Тогда будет хардкорде, тогда будет много боли, слез, смертей, мы будем долго проходить какие-то моменты, но думается мне, что будет повеселее. Привет, привет. Что так много людей, да нормально вроде, но только стрим начали. Так что вы думаете? Будем хардкориться, либо будем показывать игру по максимуму? Давайте, чатик, я буквально секунд 30 жду комментариев. Если пожеланий нет, то выберу сам. Стать трудный и гол. А, ну трудно это... Нет, полумера это не круто. Либо нормально, либо кошмар. Трудно вообще не рассматриваю. Я пока кофейку хлебну. Видимо, чатику индифферентно. Блин, а мы сможем поменять в процессе? По-моему, мы не сможем поменять в процессе, что прохождение уровня сложности придется сбрасывать. Блин. Какой сложный выбор-то. Черт побери. Да пофиг, показываем обнову. В обнове уровень кошмар, поэтому на нем будем играть. Только для отчаянных игроков с самой лучшей экипировкой. Блин, у меня с экипировкой вообще беда. Зомби будет намного сложнее убить, выносливость не будет бесконечной, и каждое ваше особое действие будет ее расходовать. Готовы ли вы к такому испытанию? Так. Да, мы отчаянно, ребята, мы готовы к такому испытанию. По крайней мере, пока.
Оптимизм есть. Да-да, во мне покоится что тут, блин. Игра не слишком громко. Дайте фидбэк. You said he talked about magic and what? Domesticated zombies? Oh. He talked about a group of people who don't get infected, even if they're bitten. What delirious people will say anything? He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like a way out of Haran. Crane, we are running out of Antazin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Пафос просто овер 900. Stay away! Stay away! You don't understand. The mother. Звук норм, отлично. Ну что сказать. В целом я немножко знаком с сюжеткой, да. Основная кампания Dying Light проходила в городе Харам. Там мы искали вакцину, точнее искали того, кто стырил вакцину. Там вообще все было сложно. Я говорил, что много пройти не успел, только завязку сюжета узнал. Вот, теперь мы будем путешествовать по пригороду этого самого города и искать там людей, которые не заражаются, иммунны вирусу. В общем-то, вы это все сейчас из трейлеров, в принципе, и видели. Ребята подобрали... О, привет, Conqueror Павел, спасибо за фоллоу. Ребята подобрали тяжело раненого мужчину, обрел каких-то людях с иммунитетом к вирусу. А вот, у него была карта с выходом из Харана, того самого города. Заболевших становится все больше, а антизин уже на исходе. Антизин — это что-то типа временной дозы, которая замедляет, да, превращение в зомбаря. Исследование Камдена пока результатов не приносят. Приходится цепляться за каждую соломинку. Что-то будет. Так, я сразу же оказался в какой-то канализации. Судя по всему, с тем эквипом, который был у меня, да, за эти 3 часа накраблен прохождение миссии. Блин, это будет очень жестко, я чувствую прямо. Я уже готов умирать. Сейчас меня, скорее всего, ваншотнет первый попавшийся зомби, и мы перейдем на нормальный уровень сложности. Есть такое подозрение. Да, ну и, конечно же, в этой игре очень много паркура. То есть такой паркур, зомбари и еще, и не знаю, элементы Far Cry. Особенно с этими баги. Я так посмотрел трейлеры. Прыжок веры. Поплыли. Да, ну и графика тоже очень приятная. В целом, блин, я очень жалею, что игру пропустил и не прошел ее раньше. Ну, теперь будет дополнительный повод. Сейчас пойму, что The Fallout мне леща дает, и пойду сначала качаться, проходя основную сюжетку. Твою мать. Вот я нубас. Где геймплей? Мы уже начали играть. Вы куда-то так сильно спешите? Сейчас все будет. Так, надо перепрыгнуть. Готово. Какие-то наскальные рисунки. Особо адовые. Начало, конечно, разительно отличается от мейн-сюжетки, потому что там пока просыпаешься в таком небоскребе, смотришь потрясающие виды на город, какие-то канализации, пещеры. Что началось-то? О, вышел на свет, в общем, ясно. Теперь мы будем по деревням, а как мне паркуриться в этих деревьях? Деревьях. По деревьям реально прыгать? Тарзанец? Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. Жаль, конечно, что в озвучке субтитры читать не так удобно. А тот чувак, который нам рассказывал историю,
Лина? Лина? Отъехал. Прыжок веры просто. К слову, сегодня у нас Андрей Сиротин будет стримить Assassin's Creed Chronicles. Вышла сегодня третья заключительная глава под названием Russia. Там будет про революцию октябрьскую. Интересно, что же там будет за сюжетка. Это все будет через 2 часа, в 10 часов вечера по Москве. Да, извините меня немного, я тут заболел, простудился, пока в Казань ездил. Надеюсь, это будет не сильно заметно мешать. Черт! Прыжок. А, живем хорош. Даже не поранился. Вот что за занятия паркуром с людьми творят, да? Пока ни одного зомбаря, ну до зомбаря еще надо дойти. Пока мы просто любуемся видами и учим карабкаться. Учимся карабкаться по стенам. Вот вы боитесь высоты? Я не то чтобы очень, но тут мне прям очень нравится. Все эти виды и прочее. Черт, похоже, мне надо не туда, а вот. По тонкому твою мать дереву, а жесть. Это тихий ужас. И похоже, вот там вот трупы зомбарей валяются снизу. Надеюсь, что мы до них они не встанут, когда мы к ним доберемся. Хотя, блин, надо ж рано или поздно с ними встретиться. Игра-то про них. Самое веселье начнется ночью. Черт побери, куда дальше трясть? Просто насладиться этим видом. Такая типикал деревушка. Канализация в скале, да, бывает, может быть. И в целом, смотрите, мы же вот можем смотреть, где мы находимся, хотя да, действительно странновато, если честно. Тут даже где-то сверху город-то не видать. Раз уж мы в его окрестностях. Это какая-то старинный проход, не иначе. Ладно, давайте искать, куда нам двигаться дальше. Что-то я пока не хочу так низко прыгать. Есть все реальные шансы разбиться. Кстати, а куда меня вообще метка ведет? Давайте посмотрим. Она меня ведет просто куда-то далеко и надолго. Да, куда-то вон туда вон. Вот она где. Отлично. Осталось только спуститься. Шикарный план. Шикарное начало. Ага-га. Отличное начало. Умер, не встретив ни одного зомби. Ачивка. Не иначе. Интересно, куда меня сейчас треснет? Опять? Опять на гору? Твою ж налево. Мне все предлагают туда вот дальше, что ли, можно пройти? Да нет, вроде бы. Значит, надо наверх. Сейчас будем искать, где спуститься. В таком случае. Мне парашют хотя бы, я не знаю. Тогда проблема была бы решена сходу. Там ничего не закрывают? Нет, подписки вам вроде бы. ХПшечки и аптечки, которых у меня нету, к слову, да, не закрывают. Блин. Это реально разбивалово какое-то. Может мне туда допрыгнуть? Жесть. В воду прыгать? Ну, блин, я боюсь, что с такой высоты даже в воду не поможет, честно. А учитывая, что в целом игра довольно хардкорная, ты не просто так умираешь, ты и теряешь еще и очки опыта, которые у тебя набиваются с таким трудом, проходя миссии.
то просто так умирать, чтобы потестить, не особо хочется, если честно. Вот так, может, тут хоть спуск нашелся. А, нет. Так, вот тут сейчас можно вроде бы упасть и не разбиться. Давайте попробуем. Невысоко же. Хорош. Да. Эй! Я упал буквально с метра. Что за бред? Что это за бред? Одну секунду. Так, что там про флажки было? Здравствуй. В воду. Серьезно? Ну блин, давайте рискнем. Юху! Твою мать, реально в воду. Я не умер. Потрясающе. Окей. Двигаем дальше. Может, с зомбарей что-то подобрать можно? Не. Видать, тут их уже всех облутал. Я думал, мне дальше придется по горам нырять, хотя тоже такой прыжочек неплохой получился. Замечена охотничья вышка. Где? Меня ослепило солнцем. А, вот она. Так, найти кого-нибудь, но миссия все та же. Мне бы сейчас баги, тут можно погонять, да, и тем более теперь уже реально в этом будет большой смысл. Всю эту пересеченную местность пешком проходить не очень-то и хочется. Сейчас заберемся. Хорош, давай, подтягиваемся, подтягиваемся. Герой-то силен. Взломать трудно. Черт. Кончились отмычки. Скрафтим еще. На самом деле, еще ни разу не взламывался со сложностью трудно. Надеюсь, это будет не сильно сложнее, чем с обычной сложностью. Так. Давай же, давай, черт! А, тут вот такая, кто не в курсе, мини-игра есть на взлом. Так, почти нашел. Хорош? Все? И что в этом трудного? Так же, как и обычно. Классическая бита. О, может, мне сейчас хоть нормальных шмоток надают? Нормальных пушек? Бита. Так, бита на 58 урона. Она круче, чем все мои 28-30 уроновые пушки. Поэтому однозначно берем. Вместо трубы вон, например. Все, теперь хотя бы бита есть. Тебе суждено в воду прыгать. Я ж там так тихо спустился вообще без этого, без проблем. Я думал, что есть обходные пути. Но нет, чертова линейность. Да, твою дивизию. Что началось-то? Сейчас, секунду. Все, отрубил к чертям собачьим телефон, чтобы не мешал играться. Игра отличная. Мне на самом деле поначалу напомнил Dead Rising, если честно. Но потом я понял, что все-таки она гораздо круче. Уже есть куча зомбарей. Пожалуй, надо бежать. Бежать, бежать, бежать. За мной гонится толпа зомби. А нет. Видать, я им быстро наскучил. Благо, пока нет быстрых, прыгучих и ползучих. Они ночью выходят, те еще гады.
везде колючая проволока. Надо найти подход. Черт, где же забраться-то в тебя? Сколько зомби? И даже особо убивать смысла нет. Потому что их всегда будет много. И вообще эта игра меня научила тому, что да, это все-таки отличие от Dead Rising принципиальное в том, что ты там не крушишь, по крайней мере, поначалу сразу зомбарей толпами, там, бензопилами, чем угодно. Тут ты сначала бегаешь в основном. О, смотрим. Добрался до точки. Я нужно поговорить с кем-то в charge. Я из Харан. О, ты смаглер? Work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just... I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. Красть нельзя, я понял. Ну, будем вежливы в таком случае. Сейчас давайте чатик вернем. Привет. Не работает какого-то черта. Ладно, пожалуй, надо будет от этого чата отказаться, потому что третий стрим подряд меня уже подводит. Используем другой к следующему стриму. Hi, excuse me. I don't know anything. Look, could you just tell me where to find someone who does know something? Я ничего не знаю. Look for Jasir. Кто-нибудь что-нибудь знает? Отличный план. Need something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jasir. А где он, твою дивизию? Hey. Blessed be the mother. Huh? Как называют этих типичных деревенщину на сленге американцев? Которым еще Дэрил из «Ходячих» принадлежит. Inside. Прям такое ощущение, что я в его деревушку попал сейчас. Народу-то. И с каждым поговорить надо. И этот чувак со мной говорить не хочет, он просто смотрит на мотор и ждет, что он заведется, я не знаю. Учитывая, что машина все равно без колес, то у него мало шансов. Может, вот тот на крыше главный? Хотя вряд ли главный отправляет дозор. Тут, похоже, зараженные, больные люди. Может, зря я сюда пришел. Но они даже смогвейть не хотят, поэтому действительно зря. Тут еще, кстати, и дверь-то открыта, я все через окна лажу. Я наверняка смотрю, как на идиота. Разведчик? Разведчик, расскажи мне что-нибудь. Не хочет со мной разговаривать, отворачивается, гад. В безопасной зоне. Она безопасна, пока зомби не нагрянут. Вех. Excuse me. Not now, please. Не сейчас, так не сейчас. Нафиг только мне отдают говорить с такими неписями, которые все равно не разговаривают. Наконец-то я его нашел, похоже, да? Да, он старец, мудрый. No, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. Кто тебе это сказал?
A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you more than пациент из ближайшей психушки, так так и задумал. Why anybody help me? The virus is all over the city. People are dying. Только так люди и ходят в постапокалипсисе. Take some bread, my friend. Живые. And go back to Haran. Кусят по зомбарии, нормально. Вы что, ходячих не смотрели? Двери открываются, должно поменяться. Отлично, еще и связь пропала. Какой-то дежавю у меня просто возникает. Наконец-то говорливая деревенщина попалась. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optically challenged buddy. You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one, my boy Kurt. How's he doing? Не, я до такого всё-таки не доходил ещё. Yeah, he didn't make it. Чёрт, долбанные спойлеры! Зачем? Зачем? But, can say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. They're in a cult. А зомби вокруг это кто такие вообще? Это их, не знаю, ветром занесло. You know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the epidemic. Как обычно, постапокалипсис. Все, что началось с эпидемии. Всегда начинается с эпидемии. Hey, but what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Listen, I'm short a man now. Антизин звучит прям как НЗТ. Let's do business. Из области тьмы. You and me. Buying anything, friend? Freaks. What partnership you have in mind? Well, you need some information, and thanks to Kurt getting himself deceased, мне кажется, мне опять придется завоевывать доверие всей этой местной шушеры. Там, кому тачку починить, кому, не знаю, бухла принести из-за бугра. I'd look around the nearest farm, I would you. And hey, be discreet about it, all right? Соседнюю ферму, она будет такая же дружелюбная, как вы думаете? Так, хороший вопрос, как тут вылезть. Хотя я думаю, что вылезть тут не такая большая проблема, как забраться, как обычно. Это что еще за твою мать жесть? Тут можно поплавать. Это пиявки? Что это за гадость? Куда они пропадают? Мистика какая-то. Ей-богу. Может, все-таки есть у них что потырить? О, они что-то сажают. Крутяк, тыквы. Хэллоуин на носу. Да вроде не похоже. Да ну тебя. Мне тут в оригинальной сюжетке предлагали найти бабу, чтобы с ней замутить, но... Возможно, я еще не дошел до этого момента. А может, это были лишь... Ложные надежды. Все закрыто. От кого вы закрываетесь, ребят? Нафиг такое нужно. О, еще можно вот так вот вылезти. Я думаю, что это самый верняковый способ. Сколько? 300 метров. Пора бы уже баги найти. Хочу кататься, яки царь. Забыл. Ну что там оборачиваться во время бега? Кто подскажет? Твою... Эй! Что за быстрые зомби? Что за просадка FPS? Резко случилась. Все, вроде вернулся к убийству, а я? Ясно.
Пошел-ка я отсюда, пожалуй. Твою... Зомби-бегун. Ну вас нафиг. Так, у меня же есть чем них закинуть. Может, оно их отвлечет? Все, хорош. Смотрите, какие тупые зомби. Это умные зомби, черт! Какого? Какого? Хрена? Полезли как бы от них. Ладно. Тут я вроде более-менее в безопасности. Без оружия? У меня из оружия одна бита. И то скоро сломается. А, ты... What the fuck is going on? Sounds like we're off to a good start. Выносливости нету! Как драться-то? Мне похоже сейчас... Да, меня просто загрызли в задницу. Неплохое начало. Не, на це же приседать. С меня уже ничего не снимает, похоже, с меня просто уже нечего снимать. Штрафами. Есть такое подозрение. Может, кто-то со мной... Дай пушку, чувак. Это будет отлично. Хоть что-то, чем я смогу отбиваться. Но, похоже, мечты. Ногой пинать можно. Да, это я в курсе. Так, пока никто за мной не бежит, может как-то обойти можно? Там реально целое поле зомби. Вместо коров. За мной кто-то вышел, да? Твою мать, какие вы больнючие-то гады. Полезу-ка я от вас на автобус. Что за жесть? Они просто лазят за мной везде. Надо как-то оторваться. Придумаем только как и где. Ну, хардкор, что я хотел, на самом-то деле. Это вам не easy normal. Но что-то пока жестко. Ночевышка, где? О, хотя бы там можно спрячусь. Там хоть по одному подниматься будут. Что еще за... Чёртова хрень, за мной все еще бегут. Не-не, нафиг, не буду оборачиваться. Дихаут, спасибо за подписку. Сори, если я твой ник неправильно произнес. За мной гонятся зомби. Да, не до того. Но меня уже съели. А не переначать ли мне на нормале? Не-не, я не с нулевого, но, конечно, близко к тому, да. Нет потери, я уже потерял разок потерять очки, поэтому она все-таки есть. От самой первой смерти, там кто-то стреляет кого-то. Французский ключ, ну и немножко баксов. По мне, что ли, стреляют? Эй! Мы даже не поздоровались, твою мать! За что? Просто за что? Как мне отсюда слезть аккуратно? Где какой-нибудь там, не знаю, сено, что ли? Окей, живем. Это отчаянные зомби, так. Опять по мне стреляют? Он по мне меньше урона выстрелом носит, чем зомбари. Это забавно. Сейчас найдем подход. Какой-нибудь да найдем. Ну, по-моему, тут можно подняться. Отличный план. Украдите машину. Меня красные треугольнички очень сильно пугают. Может, их как-то можно зомбари натравить, чтобы они там между собой дрались. Да какого? Какого черта?
Это очень хардкорно. А, вот, тут же можно вообще вот так спуститься. Красота. Осталось только выжить. Я сажусь, я сажусь. Я почти добрался. Я был близок. Сейчас что-нибудь придумаем. Брячие торговцы. Это неинтересно. Я просто в домике. Сейчас они как-нибудь сами рассосутся, не знаю, убивают друг друга. Отличный план, не иначе. Граната? Косой ублюдок. Вагон шевелится. Ну, блин, не было ни до изучения вагонов, если честно. Прям на вообще никак. И как мне угнать? Как? Меня стреляют по дороге. Без особых вариантов на хоть что-либо. Вроде бы все отстали. Там чувак явно дерется с кем-то, с воображаемым врагом, иначе. Так, одного зомби вижу. Чувак слева, чувак справа. А, вот тут у стены четыре чувака, боже мой. Ну давайте, попытка номер... Не знаю сколько. Удерживайте, залезть. Так, ладно, я хотя бы подсказку успел прочитать, но не более того. Похоже, придется все дело зачищать. Как? Как мне это сделать? Тем временем, Frost SPB, тоже спасибо за фоллоу. Это было быстро. Наваляем как Бонд. Отличный план, только у меня нету гаджетов, как минимум, как у Бонда. Ладно, пробуем еще разок. Да какого черта я падаю? Может, потому что надо было пробел сразу отпускать? Похоже, проще уже умереть, да? А ну давай, убивай меня полностью. Что, ну ты добьешь меня уже наконец? Автомобиль-то сраный. Старварсовский. Пришел бы один, может, было бы по-тихому. Может быть. Но это было сложно. С такой толпой зомби прийти по-тихому. Не приведя никого. Не, ну они же, по идее, через какое-то время... Отстанут и забьют. Можно мы как-то, не знаю, их спину, что ли, поубивать. Начнем стелс-экшн. Шикарный план, не иначе. Блин, опять граната? Вообще ничего на меня не жалко. Вообще ничего. Тут куча зомби в поле, почему они их гранатами не привлекают? Почему только я так шумлю? Что на меня сбегаются. Так, стоп, там с пушкой только один, по идее, да? А нет, двое. Черт! Какая боль. Где мои аптечки? Я думаю, что аптечка мне сейчас никак не поможет. Может, не знаю, закидывать в них, может, они как зомбаря от этой, от петарды. Будут в восторге. Да.
Ладно, я передумал туда идти. Должно идти в самом, сука, центре деревни. Никак даже втихую это не украсть. Прям вообще никак. No chance к ней подобраться и забрать ее. Чтобы меня не спалили. Нет, это все весело, но я сейчас, наверное, еще пару-тройку раз попробую и просто переначну на нормале. С такими темпами. Потому что, ну вы видите, тут вообще драться с ними не вариант. Да. Все не вариант. Привет, Андрей. Я тут страдаю. Прорвись, пока чуваки с автоматами станут желтыми. Прорвись к авто и пару раз садани мужика, который около нее прыгает. Попробуем. Все, я поныкался от дола. Меня не видно, не слышно. Ну что-то гранаты все равно летят. Но если в двух словах, кто начал играть на хардкоре. Ладно, переведем это в сленг в RPG. Я полез на хай-левел боссов в нубошмоте, вот как-то так. Я пошел играть в DLC, который требует прокачки в, на основе сюжетки. Так еще и в хардкорном уровне сложности. Ясно, зря я вылез. Давайте, желтейте, ребят, меня тут нету. Может, вообще переждать? Может, они когда-нибудь спать лягут, там ночь наступит. Что делать-то? Так, пара пожелтела. Тик-так, тик-так, так, третий пожелтел, пара покраснела. Где спрятаться? Спусти меня в трубу. Пока еще нет. Он бы прогорался, были шансы, а я бы где-то лажал. Ну или там, да, либо там меня жестко не фартило. Тут я понимаю, что в принципе шансов нет. Я просто, понимаешь, вот с одной вот этой вот дурацкой битой против толпы вооруженных мужиков, которые меня с трех ударов убивают. И что-то мне не очень весело пока. Ладно, ждем. Обойти никак, не понимаешь, туда не надо, вот в самом центре этой чертовой деревни, вот я сейчас на карте показываю, вот, вот, эту вот машину надо угнать. Обойти прям вообще никак. Он все больше и больше желтых. Осталось всего четверо. Трое. Нет, все еще четверо. Еще минус один. Слушай, сейчас так удачно заходит куда-то там за здание. Можно будет попробовать прорваться. Радар наше все. Ждать плохой вариант. По ходу игры нельзя понять уровень сложности. Давайте посмотрим, но по-моему нельзя. Сеанс кошмар, задание. Параметры. Сети сложность не меняется. О, может кто-то ко мне присоединится там с хай-левелом. И вместе пройдем. Подсказки, список лидеров. Не, нельзя. Увы, никак. Давайте еще двое. Усните там, я не знаю. Курите, пойдите. Черт, не вылазим. Валимся. Опс. Опс. Они все покраснели. Да вы издеваетесь, твою мать. Все, короче, я пошел. Я пошел. Лерой Дженкинс. За руль, да. За руль, да. Вы мертвы. Пара-па-па-пам. Окей. Okay.
Все-таки давайте быстренько сыграем в нормале, ибо это действительно кошмар, прям вот реально кошмар кошмарный. Так, дополнительно. О, перейти на сложность нормальную. Почему там трудно было? DLC бесплатное, оно бесплатное, если у тебя есть Season Pass. Если же нет, то платное. 400 рублей. Так, тут что-то поменялось. Внезапно. Похоже, я удачно перегрузился. Все нычки уже обшарены? Да, нычки обшарены. И опять меня стреляют. Мне все еще больно, хоть не так больно, как было до этого, но, блин, больно. Чувак, да ну брось. Отлично. У вас мало здоровья. И давайте умрем. Я точно нормально пришел, потому что мне там что-то писалось сложно. А, сеанс нормально, окей. Давайте-то умрем, попробуем еще разок. Давай, убей меня полностью. Эти солнца могут не бояться заражения, они и бессмертны. Погибнуть от рук зомби. Опять спойлеры. Я вот даже не был уверен точно, не умирают они от заражения или умирают. Ну давайте. Кавабанга! Все шикарно. Да будет экшен, за руль. Все, погнали. Зажигание. Мотор, вперед. Эй, эй, эй. Как выйти-то отсюда? Черт. Как выйти отсюда? ХП мало. Ладно, это уже прогресс. Заметьте, это уже прогресс. Игры лучше проходить на нормале. Вот, не все с тобой согласны. Да. Чё началось-то? Какого чёрта я упал сразу опять? Ладно. Поиграем немного в симулятор Тарзана. Полетели! Кстати, меньше стало. Эй, зачем мне подсказка? Ты меня посади на руль, да твою мать. Экран улучшения машины. Я не хочу улучшать машину, я хочу сесть в машину. Внезапно. Снаряжение. У меня все равно ничего нету. За руль. Во, все, поехали, 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 гони. Похоже, я правильно наконец погнал. Да, отлично. Все. Теперь надо быстро вернуться. Мы сделали это. Теперь я чувствую себя комфортно. Не иначе. Так, надо бы только забраться, как мне машину не разбить по дороге. Но это уже прогресс. Так. Что у них за полицейские тачки? Я хочу посмотреть. Не в газельках, что ли? Копов переводят. В ВТФ. Прям начинается Need for Speed. Иначе. Гоночный симулятор. Блин. Пробка? Езжаем по бордюрам. Жесть. 83 метра. Я близок. Осталось только разобраться, как в него заехать. Там уже все закрыто было к чертям собачьим. А во, для меня ворота открыли, что ли? Да неужели? Доложить об успехе. А тачку оттуда, что ли, брошу? Твою мать, у меня еще и бензин есть. Еще придется и бензином заморачиваться. Вот эта игра.
тачках можно найти шмот. Сейчас найдем что-нибудь. Дави гадов, да. Наконец-то. Давайте посмотрим, что в ней есть. Нужно топливо. Шикарно. Где взять? Расскажите. За руль. Так, что за переставить? М. А, улучшить? Переставить. Окей. Улучшить. Улучшение машины. Что за колесо? Сцепление. В общем, все плохо. Ну ладно. Мы еще сделаем себе рыцаря дорог. Надо себе аптечку, кстати, сразу же сварить, а то еще сейчас умру ненароком. И сначала тачку угонять. Не круто будет. Не, я бы, может, попроходил на хардкоре, если бы я саму игру прошел. А то я прямо понимаю, что без нужных там перков и всех пушек, способностей и прочего, я кусок бесполезности сейчас. Какая-то странная ему девочка в прострации находится. Я вообще пофиг, что я к ней пришел в трейлер. Может, я не знаю, маньяк-насильник. You're looking for Khan? He's gone. I guess they finally asked him to leave. Asked him to leave, huh? And what, at gunpoint? And who's they? They finally did what my father should have done a long time ago. Нормальный водила, я даже тачку не разбил и сам не сдох. Так, что там пишут? My question. Of course I didn't. You're here for the same reason he was. Same reason the bandits won't leave us alone. And we're supposed to trust you? There's got to be something I can do to convince you. You don't have to convince me. I don't care. Куда звук пропал? Алло. Kyle Kraneski. Can you give me some hints at least? What do you guys need? Чем вы нуждаетесь? Ну да, сейчас начнутся квесты подай принеси. Что-то дежавюшненько слегка. The groundwater's got... Эй, что за фигня? Скайп, что ли, мучит? Давайте скайп нафиг вырубим. Бывает с ним такое веселье. Вообще, что-то скайп меня не радует в последнее время. Лагает, багается. Плохо все. Microsoft плохо. Совсем свои десятки расслабились. Съездите к насосной станции. Мне бензин-то дадут под это безобразие. Кстати, с ним можно еще поговорить. No. Деваха симпотная, только, видимо, голову не моет. И что это за мода в постапокалипсисе до сих пор губы протыкает? Я думал, что это закончилось в начале 2000-х. Но, видать, я что-то не знаю о современной моде. Что за... Application error пишет мне Skype. Skype, прекрати. Прекрати. You know, if he can't find shelter out there, he's a dead man. Oh, убил скайп, теперь он точно не будет отвлекать. You know people like Khan, don't you? They always find a way to survive. He'd butter with a corpse if it meant he'd get away from trouble. А, типа в тачках, которые просто стоящие на дороге, можно найти, да? Посмотрим. Так, что у нас тут есть? Все, теперь это стало моим домом, да? Тут можно поспать. Правда, сейчас нельзя спать, сейчас день. Спать можно ночью. Вот мои скудные запасы. Если честно, это очень мало. Будем как-то расширяться. Сейчас дверь откроется. О. Дверь открылась, но тут никого. Видать, мне надо на второй этаж. Теперь не стримите на трубу? Нет, на YouTube мы больше не стримим. На YouTube мы только заливаем записи наших стримов, и то на канал Гухомедиа Лайф. На мейн канал на YouTube идут видео, новости, обзоры, топы и все в этом духе. То есть, в общем, все что угодно, кроме стримов. Ну и подкасты туда тоже заливаются.
И где этот голубой чувак, которого надо спасти? Опять больное царство, что ли? Так, все, пошел я отсюда. Ну вас нафиг. Ух ты, детская комната. Какой страшный смотрящий из-под лобья мальчик. Вот и девочка. Наверное, не стоит мне по их кроватям ходить, а то еще мама ругаться будет. Пойду я отсюда, в общем. Не рада мне здесь, судя по всему. We don't talk to strangers. Не разговаривать, зато пускайте их в свой дом. Стоит им только к вам тачку привезти. О, тайники. Карта тайников. Тайники еще не все территории пригорода разграблены, как правило, потому что добавятся эти жители и бандиты. Окей. И карту? Мне дали ее? Или это просто был вредно-полезный совет? Похоже на то. Это играют все девушки с дефинантным внешним видом. Ну вообще да, я вот... Пока в основную сюжетку играл, там девушки были весьма странны. Все, похоже, тут больше никто мне не рад, никто не хочет со мной общаться. О, призвать машину можно. Ничего себе. Транспорт призван. Шикарно. С меня это бабло снимают, интересно. Там. За доставку. Может, его еще и заправили? Вообще шикардос будет. Выглядит как долбанный драндулет. Надо срочно улучшать. Он наверху, он на крышу слазь. Окей. А бензина-то мало. Хоп. Найна. Сейчас проверим, где там крыша дома моего. Теперь уже моего. Я так понимаю, скоро тут все захвачу. Как истинный... Как там его? Приносящий демократию в ряды выживающих в зомби-апокалипсисе деревенщин. Давай, прыжок. Ну вот я на крыше, и где он? Мне кажется, вы меня обманули, товарищ. И стоило только вылазить ради этого. Выше, чем где? В небесах? Ладно, поехали. Да вообще, как-то по карте ориентироваться? Как мне тут? Штурмана надо. Прям не иначе. А баги-то одноместная? Не, или что, вдвоем катались? В каком-то ролике. Съездите, едем. Все. А во. Даже доп-точку поставил, но это, по-моему, все равно совпадает, поэтому смысла того, что сделал, нет. Медведя в машине нет, случайно? Вроде нет. Блин, серьезно, а где мне топливо взять? Скажите, гайс. Давайте поищем, что ли. Так. Может быть, зря я это сделал? А, ну сейчас нормал. Сейчас вроде бы... Даже не так больно по щам давать, поэтому можно с ним даже подраться. Подходи по одному только. Закончилась выносливость. Отступать и пинаться. Если не можешь драться. А вот чтобы задний кто там еще не подошел ко мне. Нет, сзади вроде только копы. Стерегут мой покой. Все,
Одного прибил. Блин, тут битва с зомбарями, конечно, такая жесть. Пошли отсюда. У одного оглушил. Что это было? Что, жива, что ли? Подруга. Вот с этой я бы точно не хотел замутить, она еще и лысая, фу. Мало того, что зомби. Блин, зря это сделал, зря это сделал. А то Бакса нашел. Какая живучая женщина, вы только посмотрите. Неисправно, черт! Срочно менять. Что мне там еще полезное было? О, ножик. Давай. На ножах за гаражами. Он тоже неисправен. Твою дивизию, все. Молотком тогда им. И отпинать. Чтоб точно не очухался. Все, он сдох. Ура, наконец-то. Я могу стырить с него положенные мне по закону 20 баксов. Опять взлом. Упс. Так. Хорош. Пока не понял, если честно, чем особо отличается сложность взлома легко там. От среднесложной и так далее. Суть одна и та же. Ломаются отмычки так же отлично. Ну да ладно. В общем, похоже, надо активно исследовать все ближайшие машины в поисках добра. Так, назад-то посмотреть. На цешечку говорили? О! Реально на цешечку. Хорош. Ладно, поеду. Потом посмотрим тачки. Давайте уже миссию проходить. Как игра, смотри, чё отвечай. Смотрю, отвечаю, когда могу. Когда мне тут экшон, на меня зомбари нападают. Понятное дело, что мне не до чатика, вы уж меня извиняйте. Ребят. Так, мне надо поворачивать сейчас, не надо. Где я есть? Да, мне надо повернуть. Игра крутая. Игра... Аккуратно. Сейчас боюсь, что разбомблю себе. Все мои баги к чертям собачьим. Боже, сколько там зомби-то? Что-то я придумал, куда идти. Зомби, open world, паркур, правда, паркура, я так понимаю, пока тут не будет особо наблюдаться. Он больше был в основной игре, там вот и по городу шнырял туда-сюда. Погнали, короче, глубоко. Вот это я понимаю. Зачем с ними драться? Просто круши, ломай, дави, убивай. Надо еще будет каких-нибудь там этих, знаете... доп приспособлений на тачку навесить, можно будет вообще неплохо разгребать. Эй, пустите меня внутрь, чуваки, чуваки, внутрь, внутрь меня срочно, внутрь. Эй, заходи сбоку, да ты издеваешься, твою мать. Какой сбоку? Меня тут зомби щемят. Не пускают они меня, совсем охренели. Я ваш спаситель, мессия будущий. Как обычно, впрочем. Ладно, поплыли. Отлично, мы сделали это. Ментов с тачки могло быть что-нибудь интересное, ну посмотрим. Просто я тоже понимаю, что если сейчас, значит, займусь мочекнизмом, буду каждый там куст обсматривать, то это будет не очень весело, я думаю, что вам. Поэтому заниматься... исследованием. Эй! 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 Эй!
За что? Я всего лишь хотел забрать автомат, ничего не забрал-то, блин. Блин. Не, мне кажется, не стоило мне коробку открывать. Я даже не взял. Я просто посмотреть. За что вы на меня напали? Это было очень подло. Так, окей. Ладно, по крайней мере, я резнулся на ближайшей вышке. И это хорошо. Аптечка есть. Можно и повыпендриваться немного. Вода. Теперь они все на меня злы. За что? А. Задача убить бандитов. А я, может, я не хочу их убивать. Как я вообще их убивать буду? Черт побери. Я же автомат-то не взял. Нифига себе. Крутяк. Блин. А зомби умеет плавать в этой игре? Как вы думаете? Поплыл я, пожалуй, отсюда. Я только спросить, ну да. Убейте бандитов, блин. Это нечестно. Меня еще и палят. Я от них на остров уплыву. Тут что-то полезное есть. Автомат где-нибудь найду заныканный складом вместе. Так, ну что-то реально нашел. О, классическая бита. Крестоносец, марля. Улучшение для оружия. Посмотрим. Правда, вряд ли я смогу при помощи какого-то там улучшения сделать из биты автомат, но... Кто знает. Снаряжение, взрыв пакета. Трафиатовый фонарь у меня тоже есть, да, но этого мало. Так. Надо что-то починить. Классическая бита. Починить. Все. Биту починил. Неплохо. Да, еще и время идет. Скоро наступит ночь. Вообще жара начнется. Надо как-то быстрее действовать, похоже. Трубный ключ. Вот давайте его заменим. Все. И где мои улучшения? Давайте фиолетовую биту будем улучшать. Улучшить F6. Свободный разъем. Крестоносец. О, хорош. Подтвердить. Все, теперь у меня прям суровая бита. Да, вот это вот. Это она. Но как мне с ней побеждать врагов? Они с автоматами. Да, действительно хардкор. Не, ну прикольно, челлендж. Как-никак. Ну и графика. Графика, думаю, сами видите. Очень даже симпатично. Не сказал бы, что прям вах-вах-вах, next gen, обалдеть, офигеть, но прикольно. Почему они уже красные? Да ну бросьте. Как мне в стелс с вами играть, если вы красные сходу? Чуваки, ну так нечестно. О боже мой. Ну ладно, подходи по одному тогда. Давай, чувак, может у тебя пушку смогу забрать? Обалдеть, он меня надамажил. Аптечку, аптечку. Факов. Вы что, их занудство? Можно попробовать. Давайте сейчас попробуем слева обойти. Вдруг будет шанс. Какой-то. Не нравятся мне эти зомби. Ну, думаю, это взаимно. Да, блин, отстаньте. О, подъем, 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 подъем. Пробел. Лезь ты, скотина.
ты медленно еб... О, у меня улучшение-то осталось. Аптечка. Аптечка, используйся. Нет. Какой мне к черту кошмар? Мне на норму лёвнет просто как девочку. Неплохо. Так, давайте посмотрим. У меня что там по прочности? Прочность нормальная, улучшение стоит. Жить можно. Надо сварить еще себе аптечку, а у меня нету для этого алкоголя. Где мое бухло? Взрыв пакета не помогут, усилители, трава, ядовитые травы. Где все это взять? О, сюрикены. Можно сварить сюрикенов. О, к слову, ночной клуб. Это вообще что за хрень? Хотя ослепить врага, оглушить и электрошоком поджечь нет проблем. Ну давайте сварим что-нибудь такое. Это мне, похоже, дали рецепт из DLC. Шокер, электротруба. Длинный нож, короткий нож. Электричество добавляет к вашим ударам. А ну, шокер. Это понятно. Ключевой, как... ключевой поцелуй. А, ключом, ясно. Время тикает. Время, черт побери, тикает. Давайте сделаем вот эту вот хрень. Из самой топовой трубки. Какая у нас есть? Похоже, вот эта вот трубка. Создать. А места нет. Черт. Надо что-то разобрать. И опять это консольное управление. Вот меня прям бесит. Все, сделано. Почему нельзя сделать нормальный PC-шный инвентарь? Что за безобразие? И где? Где то, что я собрал? Вот, похоже, это оно. 2-2. Вместо чего бы тебя? 46-54, ну очевидно. И где ты теперь? О, неплохо. Правда, это все равно не даст мне стрелять. Но, надеюсь, теперь я дамажу круче. Стерх 545, спасибо за фоллоу, блин ты! Это просто им посебрю. Зрение, зрение! О, чувак, давай я тебя убью. Убью тебя, сказал. Аптечку! Аптечку, аптечку! Они бессмертные, мать его! Они просто, мать его, бессмертные, а своей мега-пушкой-колотушкой ему по башке давал, ему похер абсолютно. Что за безобразие? Эмэр Манго. Тоже привет. Лютый трэш. Кукана, тоже здравствуй. Всех приветствую на нашем канале. Кто играет сейчас? Давайте этот коопчик намутим. Или хотя бы там через кооп скиньте мне пушку. А то это лютая беда. Ну давай, давай, чувак, тебе электрошок, я тебя чем угодно убью, блин, только сдохни, тварь. Ух ты, убил, похоже. А пушку забрать? С тебя можно? Пушка, пушка, пушка! А, забрать, винтовка. Как тебя использовать? Черт, быстро, 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 полицейская винтовка. Я готов выкинуть все, что угодно ради этой винтовки. Все, бита, хорош. Есть чем стрелять. Где, 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 где? Да где ты? Во! Другое дело, блин. Игра начинается, ребят. Аллилуйя. Теперь можно драться. Прощай, рукопашная, только патроны завози. Бегаю с этими битами непонятными. Получаю по лицу ото всех. Так, все, окей. Я все понял. Что-то зеленую хрень можно сразу, думается, мне отправлять в небытие. Все ради пушек и патронов.
11 патронов всего. Надеюсь, мне этого хватит. ХПшечка. Я, пожалуй, сразу сейчас полечусь, пока у меня есть преимущество, да? Третий выстрел был явно зря. Ну да, вот там с ножиком метательный. Не, вот с винтовкой можно и на хардкор пойти, согласен. Но только если там чем-нибудь улучшить. Ой, зря я это делаю. Патроны! Где еще винтовка? Еще винтовка была. Там тоже патронов нет. О, еще 11 патронов. 11 патронов же было, эй! Жесть происходит. Пойду я отсюда. Ладно, их осталось вроде двое. Твоих можно даже в рукопашную как-то раскидать. Ну давай, давай, давай. Вот тебе. Огнем и мечом просто. Все, покончен. Весь экран в мыле, в крови. Ни хрена не видать. Клевый как-то. Похоже, чувак адовый. О, левел ап, неплохо. Наконец-то. Это, блин ты. Аптечек нет, эй, чувак. Что с тобой делать? Патроны, патроны, верните мне патроны. Дополнение вышло только на ПК, нет, дополнение уже должно было выйти везде. Патронов нет, все. Как дальше жить? Давай, чувак. Оружие неисправно. Огонь. Давай на ножах тогда. Фехтовальчик. Чёртов, 9% хп. Как мне его добить? Аптечек нету. Блин, это лютый ад. Он уворачивается просто аки бог. Мне бы так. Давайте, ребят, чатик чуть попозже. Сами видите, мне пока не до чатика. Надо бы аптеку найти где-то хоть как-то. А, у меня хп восстанавливается хотя бы до 25. Ну тогда можно подраться. Это ж нормал. Казуальщина. Давай, давай. Я готов тебя убивать. 10%, все, бежать. Ждем, пока хп восстановится. Еще одна попытка. 15, 20, 21. Все. Давай, дохни. Вообще он... Да твою ж налево, да какого-то черта! Сейчас все сначала. Может, тебе стоило пройти основную кампанию, как рекомендовали разработчики? Может быть, стоило, но игра мне купилась только сегодня, за 3 часа до стрима. Все, что успел, я прошел. Благо мы начина... О! 64% патронов же было. Ну так веселее, согласитесь. Как ни крути, но так веселее. Все, починено. Какой-то адовый главарь явно. Надо его тоже последним сейчас убивать будет. Так, где все? А, он что, один теперь остался? Это халява. Ну как халява, он все равно очень потный, но, блин, с одним-то можно подраться? Как-нибудь. А может и нельзя. Ну, по крайней мере, шансов больше.
Пушку бы найти где-то. Я же там вел кого-то еще с ружьем. Где они все? И только чуваки с ножиком беспонтовыми остались. Может, тут есть ночевка? Все? Сейчас что-нибудь найдем. $8. В огромном мешке долбанный $8. Не издевайтесь. О, я его поджег. Пока он не сопротивляется, можно ему напихивать. Эффективненько. Что-то он все равно хрен сгорит. Похоже, не сгорит. Он что-то и горит, и током его бьет, но ему похер. Живучая тварь. Он реально неубиваемый, лол. Он уже сгорел, но еще не умер. Как так? Твою мать, он встает! И он вроде еще не зомби. Все? Фух. Так. Сделано. Все, теперь можно немножко чатик почитать, что вы там мне писали. Ну, PS4 выйдет 12-го. Да нет, сегодня же должна была выйти, 9-го все. Кстати, спасибо, кто там подписывался, мне было некогда смотреть. Ну, по крайней мере, в Steam оно вышло уже везде. Сегодня где-то около часа дня. Где брать компанию новую? Если у вас есть Season Pass, она должна автоматически появиться. Ух ты. Если нет, то в Steam... 400 рублей она стоит. Если нет и самой игры, то 1300, по-моему. Все, начинается ночь, просыпается мафия. В смысле, элитная зомбятня? Знаете, кто кричит? Легко, впустите меня только. Мне уже не нравятся эти звуки. Наступает ночь. Мы еще получаем очки, навык фудвайвуется. Это хорошо. Выжить бы только. О, патроны к автомату. Все, живем. И автомат, все, найдено. Так, а только автомат там какой будет? Видимо, не этот. Автомат блоха. Он что-то сильно хуже, чем полицейская винтовка. Ну, что делать? По крайней мере, теперь есть чем стрелять. Хоть немного. О, бабки, бабки, бабки. Много бабок. Этих бандитов. Ну как много? Копейки, конечно. Но лучше, чем ничего. Эй, что за хрень? Электроника. Тебя по-человечески не забрать? В прыжке, что ли, только? Боже мой, такое извращение. Фонарик есть, да. Вот и он. Похоже, надо забираться куда-то наверх. Через дверь меня не пустят. Есть такое подозрение. Кто-то где-то там далеко кричит. Благо, что пока далеко. Вот это уже близко. Не, что-то с крыши не забраться, значит ищем вход, который будет свободен.
Ты уже сбомбить можно? Я не буду стрелять. Я привлеку тут просто всю округу к чертовой матери. Не стоит оно того. Ну давай же, открой же. Ты продолжишь играть в Dying Light? Сегодня играю до 10. В 10 у нас начнется стрим от Андрея Сиротина нового Assassin's Creed Chronicles, которая про Russia. Там будет про... Черт, стрелять что ли? Громко. Да, там будет про Октябрьскую революцию. Ну и это как бы платформер 2.5D-шный. К слову, да, я ж там левел апал. Давайте что-нибудь выучим, что ли, по такому поводу. Где мои навыки? У меня, как видите, ни хрена еще не открыто, понятное дело. Прочность тела становится крепче, выдерживает больше урона. О, это, по-моему, то, что мне нужно, судя по всему, поэтому давайте учить именно его. Потому что мне как-то уж очень больно ломают кабину. О, может, тут можно как-то залезть? О, отлично. Нашли проход. В России на консолях будет только 12-го. Беда, беда. Ну, ПК бояре ликуя. Благо, по крайней мере, FPS стабильный, картинка хорошая. Каких-то доп-багов нету. Я, конечно, сегодня за время игры пару багов обнаружил, но это было так, ерундистика. Там как-то трупы себя неадекватно вели, но... Это вообще не критично. А что касается еще продолжения прохождения... Так, завтра у нас Overwatch, завтра стартует бетка. Твою мать! Последнего бандита, ну ладно. Это было внезапно не очень сложно. Мистер Red Bull, тоже привет. Мачете, хорош. Чувак, я тебя даже спасу. Знал бы ты, что мне стоило твое спасение, сколько нервных мать клеток. О, что он еще завтра? У нас расписание по стриму может найти. Можно будет завтра вечером поиграть, или в четверг можно будет продолжить прохождение. В целом, пока желание пройти у меня прям реально появилось. Нестепро, тоже привет. Опять же, извиняюсь, если я чьи-то ники произношу не совсем правильно. Не всегда есть время как следует посмотреть во время экшона. Странный звук. Я думаю, что кого-то я там встречу. А, нет никого. Эй, что происходит, чувак? Там без меня сдохнуть решил? Твою мать! Вот сейчас потонем. Трубы лопнут. Нам полный бесповоротный конец. Я предлагаю сваливать, чувак. Что думаешь по этому поводу? Вдоль трубы главный ветер. Куда, твою мать? Куда езжать? Что ты имеешь в виду? А, блин, куда-то наружу езжать. 2 минуты у меня на это дело есть. Черт. Сразу бы сказал. По зданию бегу, как дебил. Поврежденные детали. Одна деталь машины повреждена. Под капот, что им требует ремонта. Материалы в брошенных автомобилях. Отличные новости. О, тут еще вырезали эти крутые зомбари, черт. Куда мне ехать надо? Куда мне, мать его, надо ехать? Не понял.
Так, мне не надо было далеко уезжать. Твою мать. Все, короче, вдох. Уже очевидно. Это забавно. Куда, туда же он отправляет, черт побери. Это похоже где-то прямо получается за воротами, да? То есть далеко ехать не надо. Значит, главное этих чертовых турбо... Твою мать! Ни хрена же не видать. Блин, и куда дальше? Эй! Или это дорога, и мне надо езжать на базу? Похоже, да. Есть такое подозрение. Езжайте вдоль трубы. Окей. Поехали, все. Задачу понял. Да начнется лютый ад. А вон, да, труба, и мы едем, все. Они меня догоняют? И мать, газуй. Где моя нитро-турбо? Там не знаю. Эй! Прямо, ладно, еду прямо. Как скажете, мать его? У меня уже тачка, похоже, все. Ёкнулась. Не, еще живет. Но правда теперь уже ёкаюсь я. Как это сделать? Как это пройти? Отвали от меня, ублюдок. Сколько их уже. Время. Не, времени еще полно, главное тут выжить, на самом деле, я понял. Все тлен. Все более тлен. Ой. Это бесконечная труба, ей-богу. Погоня отстала. Супер. Дайте мне кучу опыта за это. Че так мало? Ночной выживший. Шикарно, все? Хайди наступает. Так, что главный вентиль? Куда? Твою мать за ногу, чертова. Вот действительно твою мать за ногу. Езжайте до трубы, выполнено. 30 секунд. 30 чертовых секунд. Туда залезть. Лезь ты. 17 секунд, я хочу заново ехать через эту хрень. Ну все, похоже, жопа. 5, 4, 3, 2. А, лол, тут дверь есть. А не, она такая же хреновая. Эх. Ладно. Моя попытка номер 5. А, теперь день, все. Теперь это просто изи-пизи. В нем этих, как их там, прыгунов-то нету. Главное теперь рулить нормально. Остальное не проблема. Деньги не проблема. Прямо. Вообще забавно, да, что когда ты загружаешься, ну, после смерти, загружаешься, не откатывается время. Твою мать. Забыл, или дорога была другая? Я как-то криво сейчас еду. Ладно. Вроде еду. Ладно. Еще и уровень вождения меня за это дали, за такую кривую езду. Я уже люблю эту игру. По дороге каких-то бандитов встретили, я тут чуть не сдох. Между прочим. 17 хп. Надо срочно найти бухла и сварить аптечек.
то я так долго буду загружаться. В конце концов, купить их можно. Так, все, я здесь. Запускайте меня. Все. В этот раз ход нашел. Только ветер бы найти. Где ты? Что за дрянь? Канализацию не отправил. Чувак, ты серьезно? 30 секунд. Это он? Давай. Ну же. Твою мать, да. Выдохнуть. Кстати, еще и фары можно врубать, точняк. Все шикарно. Теперь главное не утонуть. Place was already flooded, so now what? Ну, вообще just, все немокнущее. Пушки, братцы, мраться, ладно еще. Это забавно. So we're good? Давайте детали искать. Надо как-то тачку чинить, я понял. Еще бы лучше от... О! Пусто? Какого черта пусто? Где мой бензин? Чувак. Добыча материалов, разборка бесхозных машин, бла-бла-бла, лучший способ материала для создания, установки, ремонта и тому подобное. Как правило, детали в военных полицейских автомобилях качественнее, чем в гражданских. О, понятно. Обыскиваем копов. Не будет нам счастья. Только понять бы, где именно обыскивать, потому что сейчас, видите, сбоку, спереди, слева что-то нашел. А, ну, по идее, можно сканом все дело выяснять. Какое время вообще? А времени почти 10. Как быстро время летит. Я думал, мы только начали играть. Если честно, сейчас уже будет пора заканчивать, на самом деле. Там Андрей, наверное, уже готовится к ассасину. А, мы же еще прокачали что-то там по уровню. Вождение. Древо навыков вождения, улучшение машины. Повысить уровень вождения, сбивайте врагов, гоняйте трюки и выжимайте педаль газа в пол. Окей, позволяет создать детали машины уровня 1. Ну, понятно, дефолтный навык. Без выбора. Емкость с топливом. О, неплохо. Как тебя теперь заправить тем самым топливом? О, заправить. Not bad. Ассасину, да-да-да. Нему самому родному. Черт, я реально хочу в нее еще поиграть. Давайте мы с вами стрим, сейчас мы с вами по времени. Когда мы сможем его провести. Можно в четверг, как минимум, вместо Хардстоуна, точно, да. Хотя легенду тоже бы надо брать. Эй, чё за баги? Меня там кто-то бьет, что ли? Да, блин, меня тут бьют, пока я в альтабе. А, твою мать! Охренеть. Так, давайте escape нажмем. Окей. Можно в четверг. Так, завтра у нас Firewatch и Overwatch. То есть завтра будет не до Dying Light, это точно. Давайте в четверг тогда. И можно в пятницу. В общем, в четверг вечером я чуть попозже анонс сделаю, чтобы не пропустить. Подписываемся, конечно же, на канал, на мой твиттер, еще куда угодно подписываемся. На группу ВКонтакте подписываемся. Там везде-везде анонсы, без сомнения, будут. Вот, и я думаю, что еще успею я немножко побегать просто так. А, вот в чем дело. Вот, успею побегать немножко так, хоть прокачаю своего чара.
чтобы не был он таким нубасом, и можно было с ним нормальные дела делать уже. Там, пушки, чтобы появились нормальные, да, там, скиллы, не дох я с подачи. Тогда можно будет нормально попроходить. Правда, пока, если честно, сюжет меня что-то вообще не цепляет. Если вот смотреть на основную игру, да, на основную сюжетку, мне прям нравилось. Ну, это, конечно, понятное дело, банально все, да, но, в общем-то, интересно. Тут пока я такого, к сожалению, сказать не могу. Что-то как-то не цепляет. Но, опять же, только начал играть. Вероятно, все самое интересное еще впереди. Опять эта девочка. Участник Виталик в машине из болтов, как оружие из металлолома. Это норма. Это как играя там в какой-нибудь Rust, Ark, собирать деревяшек и прочего, там, не знаю, атомные двигатели. Thanks, Eski. No. Стрим лагает моментом, видно, как текстура погружается, строительно смотрится. Ну, возможно, где-то там далеко на фоне, да. Подгрузка идет. Куда без этого? Это уж игра. Конечно, мог бы куда-нибудь на SSD поставить игру, но, блин. Но того не стоит. Ради того, чтобы подгрузка была там не секунду, а там долю секунды. Черт бы с ним. Это вам не ММОРПГ-шек, как какая-нибудь. Поторговаться. Так, что у тебя есть? Предмет дня убийца. Специальное предложение по времени. Улучшает баланс, первый уровень вашего холодного оружия. А, это типа улучшалка в пушку. Крутяк. Чё, почём? 250 баксов. Дорого, блин? У меня всего 1700. Надо что-нибудь впарить. Так, давайте продать. Продать всякую дрянь. Да, подтвердить. Детали. Ничего хорошего. Эй, чё за хрень? Так, где полицейские винтовки? А, чё за фигня? Подводные водоросли. Требуем предмет. Куда? Зачем? Давайте одну продадим. Патроны там все равно у них совместные получаются, увы, ах. Простой короткий нож. Кстати, слово, продавать их выгоднее, чем разбирать? Я вот пока что-то не понял. Кто может подсказать? Напишите в чатик. Вот все это галимое оружие, которое мне нафиг не нужно. Его выгоднее продать или разобрать на детальки? Изящный ножик, живодер. Давайте купим убийцу. Эй. Купился вообще? Вроде купился. Сейчас затестим. Так, блоха. А, улучшить тебе нельзя, что ли? Лол. Как вас улучшить? Где моя... А, у них нет слотов под улучшение, черт. Надо, видимо, какие-то особенные пушки искать для этого. А пушек в этой игре просто огромнейшее количество. Прям уничтожать зомбарей можно тысячами способов. Ладно, погнали, поделаем еще сюжетку. Надо только по времени не опоздать. 15 минут остается, но, в общем, будем заканчивать минут через 5-10, мы, наверное. Точнее, не наверное, а точно. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Уже месяц как загрязнены, люди болели все чаще и чаще. А, ну, тоже, опять же, с дефолта, как бы это. Ко мне относится так сначала, как ты чужак, там, ты вообще никто, и пошел отсюда. Я там какую-нибудь хрень приношу, молоточек, не знаю, там, да, чтобы они что-нибудь отремонтировали, и все, чувак, ты свой, ты не такой плохой, мы в тебя ошибались. Давай мы тебе теперь будем свою жизнь доверять и так далее. Очень странно, если честно, когда в зомби-апокалипсисе люди настолько доверчивы. Буквально после одной-двух миссий тебя уже как своего прям товарища воспринимают. Faith? I mean no disrespect, but you're telling me that prayers keep you from turning? Суровые чуваки. That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the mother, and she protects us. Сирая и Сватор все еще лежат, но и Сватор у нас Андрей Сиротин играет и стримит. Это к нему. Я играл в том году, мы там даже снимали наши, записывали наши РПшные похождения. Было весело.
But maybe, maybe you could get them to notice you. Вот. Принеси какую-нибудь дрянь, и все будут тебе просто поклоняться. Буянчик уже слегка баянчик. You're serious about this? All right then. Me, I take care of this farm, and my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Look around. You'll find more work than any one man could handle. Уровень доверия. Раскрыть все тайны детей солнца. Детей солнца? Вы сможете лишь завоевать доверие безликих. О май гад. Самоотверженных защитников матери. Ясно, тут пошла жесткая религия. Выполняйте задания, помогайте людям, оставайте безопасные зоны, чтобы повысить уровень доверия. Хорошо, ладно, ребят. На этом буду я закругляться. Всем спасибо, кто смотрели. Продолжим. Что это такое? Получили новый наряд. Круто. Теперь вы чужак. Просто поднялся в уровне. Кем я был до этого, интересно? Вообще-то, не знаю, врагом. Так вот. Соответственно, в четверг мы с вами постримим продолжение. Я не буду играть в этот DLC дальше, оставлю его на следующий стрим, а поиграю в основную сюжетку, прокачаю себе персонажа. Не знаю, правда, сколько у меня времени на это будет. Ну вот сейчас, наверное, после стрима, да, буду сейчас смотреть, как Сиротин играет, и заодно сам качаться, чтобы можно было уже поинтереснее, поэффективнее играть дальше. Да, может быть, и на хардкор перейдем, кто знает, сколько я успею допройти. В любом случае, блин, мне игра понравилась прям вообще, без вариантов. Я последний раз так, с таким упоением играл разве что в Бэтмена. Ну и третий Far Cry, смотрите, это уже совсем-совсем давно было. Все, всем до новых встреч, подписываемся, кто этого еще не сделал, обязательно кнопка follow слева под стримом. Подписываемся на нашу группу ВКонтакте, тоже под стримом все ссылочки есть. Подписываемся везде-везде, через 15 минут ждите Андрея Сиротина тут же, поэтому вообще никуда-никуда не уходите. Можете пока себе там чайку-кофейку сделать, кому что больше нравится. Вот, все. На этом мои полномочия все. Ну и завтра уже со мной из Гара вы увидитесь на стриме Overwatch. Мы там вновь будем рачить на старте второго этапа ЗБТ. Всем еще разок пока-пока.